Вас приветствуют Георгий Черданцев и Константин Генич. И сегодня мы смотрим решающий матч в финале. Стартовый состав на экране. Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4. Смотрим на состав команды. Игроки на поле выстроились по схеме 4-5-1. На эту игру тренер избрал ярко выраженную атакующую модель. Вас приветствуют Георгий Черданцев и Константин Генич. И сегодня мы смотрим решающий матч в финале. Стартовый состав на экране. Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4. Смотрим на состав команды. Игроки на поле выстроились по схеме 4-5-1. На эту игру тренер избрал ярко выраженную атакующую модель. Вас приветствуют Георгий Черданцев и Константин Генич. И сегодня мы смотрим решающий матч в финале. Стартовый состав на экране. Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4. Смотрим на состав команды. Игроки на поле выстроились по схеме 4-5-1. На эту игру тренер избрал ярко выраженную атакующую модель. Вас приветствуют Георгий Черданцев и Константин Генич. И сегодня мы смотрим решающий матч в финале. Стартовый состав на экране. Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4. Смотрим на состав команды. Игроки на поле выстроились по схеме 4-5-1. На эту игру тренер избрал ярко выраженную атакующую модель. Вас приветствуют Георгий Черданцев и Константин Генич. И сегодня мы смотрим решающий матч в финале. Стартовый состав на экране. Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет по схеме 4. Смотрим на состав команды. Игроки на поле выстроились по схеме 4-5-1. На эту игру тренер избрал ярко выраженную атакующую модель. Смотрим на состав команды. Игроки на поле выстроились по схеме 4-5-1. На эту игру тренер избрал ярко выраженную атакующую модель. Смотрим на состав команды. Игроки на поле выстроились по схеме 4-5-1. На эту игру тренер избрал ярко выраженную атакующую модель. Финал второго по значимости клубного турнира Европы, Лиги Европы УЕФА. Многие болельщики воспринимают как своеобразный разогрев перед главным футбольным действом, другим финалом, закрывающим европейский футбольный сезон. Но для футболистов, которые выйдут сегодня на поле, нет на данный момент матча важнее. И они приложат максимум усилий, чтобы завоевать этот трофей. Мяч покинул центр поля, и главный матч Лиги Европы стартовал. Теперь у нас впереди как минимум 90 минут и футбол от лучших клубов этого турнира. Через фланг идет атака, есть свободное пространство. Ну а потом скажут, комментатор сглазил, и они из-за этого потеряли мяч.
Ну вот стоило только заговорить не об атаке, как они потеряли мяч. Все верно, выносит он мяч из своей штрафной. Мяч из-за боковой будет введен в игру. И у соперника.